Короче. Захотел похудеть, заболел раком. Будешь жрать два раза в день? Я два раза в неделю жру. Забыла еще. Блять, ходить ногами. Сука, когда я научусь летать, а? Ева, тебе не холодно дома в шортах? Меня греет моя мотня. Хватит, сука, противных шуток, блять. Пожалуйста, остановись. Я думаю, запущу стрим, сяду такая, типа, всем привет. Делаю сигны. Сука. Ходить ногами, говорить словами, трогать руками. Ветер хак. Господи, как можно ходить ногами? Это, ну блин, шутить такие шутки, это просто... Скоро эпицентр пойдешь? Да. Нахуя? Да хватит, пожалуйста, это форсить. Блин, а там вообще видно, что у меня веснушки на носе есть? Или как будто у меня прыщи высыпали? Блин, ребят, пожалуйста. Я не знаю, как мне сделать на башке, чтоб... Блять, чтоб... Чтобы она смотрелась нормально. Мне бы еще волосы расчесать хоть раз за жизнь. Тупо принцесса. Тупо принцесса. А диадемку я раньше не видел. Она у меня недавно сильно появилась. Знаете, как будет круто, когда Ева... Знаете, как круто, когда Ева игнорит тебя в ВК? Нет, не знаю. Три трека. Это сколько пальцев не загнуло, столько показываю. Три трека, которые я добавила на этих, да, блядь, выходных ВК. Первый. Музыка транслируется в группе на моей странице. И знаете, что я еще сделаю? Я заведу три дня в неделю. По несколько часов буду открывать вам свой плейлист, чтобы вы успели напиздить. Сейчас поймете, почему я добавила этот трек. Поделюсь с вами тремя песенками, и мы пойдем играть в доту.
Я не знаю, как это делать. Это первый трек, который я добавила. Второй трек это... Настало время жечь мосты. Я из-за этого момента добавила. И третий трек, который я добавила, не поняла почему, но как бы пусть будет. Все. И трек моей недели. Еще раз спасибо большое тому парню, который отправил мне это. Я в доту захожу. Это просто... Эта песня сделала мои выходные. Она мне поднимает настроение до нужного просто... До нужной консистенции, блин. Я где покупала кружечку? Старбах. Они неоправданно дорого стоят нам. Фортуна, это не новый сап, это ресап. Рисав, только ты кнопочку не нажала. Ты моешь волосы каждый день? Каждые полтора дня, наверное. Это плохо, ну как бы... Как бы похуй. Какой герой имеет следующие атрибуты? Да и какому герою принадлежит это дерево талантов? Всем привет, всем девочкам, писем тоже привет. Сейчас бы ногами ходить. Я ей говорю, когда я уже летать научусь. Заебала. Заебала. Привет, я вот очень милая. Кто-нибудь, кто успел добавить первый трек, напишите название. который Сейджи Абитбул и Гай Халива. Трек называется «Станга» через «С». Через «С». «Станга» — оригинал микс. Купи гироскутер. Ну, короче, я на него не встану. Я боюсь ёбнуться, у меня хреново... У меня не хреново с координацией, я просто... Я боюсь упасть. Привет, меланин.
А сюда же ты моешь волосы каждый день, гораздо хуже будет, если они у тебя будут грязными. Одно дело мыть волосы, а второе дело мыть голову. Это две разные вещи. Ты должна, типа, шампунем мыть голову и пенкой промывать волосы. Типа, шампунь, он для головы, для снятия роговевшего слоя, для снятия жира, сала и прочей хуйты. Просто жира, сала, там, все дела, да. Макс, что тебя возбуждает? Ну, там женская писи, попа.